Родился я в 1918 году в деревне Калининской области. Когда мне было 8 лет, умерла у меня мать. Через 3 года умер отец. Я рос сиротой. Ну, схватил всего помаленьку. 16 лет после школы ФЗО работал на заводе кузнецом, кровельщиком, маляром, сварщиком. Учился на шофера. Мечтал стать летчиком. Закончил летную школу в аэроклубе. Тогда назывались «Асавиахим». Началась война, просился на фронт. В самом конце войны был тяжело ранен. Разбился на самолете. Получил перелом позвоночника. Почти год лежал в госпитале. Не мог двигаться. Но потом понемногу встал на ноги. 14 лет был на инвалидности. Пошел работать. Всю жизнь прожил в Ленинграде. А к старости опять потянуло в деревню. Переехал сюда на Ладогу, в деревню Кабону. Живу здесь уже 10 лет, работаю бакинщиком. Вот и вся моя жизнь 70 лет. Занимался. Да. Всем. То на этом стадионе, а еще занимались из-за чего, что любили душ. После там теплый душ был, вот, и в футбол, и в высоту, и на кольцах, и на чем только не было. Ну, все виды. Потом, значит, в душ. Потом там тетя Маня была с метелкой, нас, к черту, вы только не заниматься ходите, а только тут воду тратите, нас прогонит. Ну, тогда, знаете, песни, все везде, пели, все, комсомольские, такие призывные эти, марши всякие, все только, вот, и по кирпичику, и по винтику, растащим мы этот завод, и аналогийный, там, и Ваня, Ваня, не ходил бы ты, солдат, и это считали патриотически, а потом разобрались, что это вредитель какой-то написал, призывал, чтобы Ваня не ходил, а мы пели с таким пафосом, в общем, целым залом, перед кино, вот, бывало, это... Туманные картины тогда показывали, звука не было. Так вот, пока сидят, ждут, места никакого оркестра, ничего не было. Вот давай, кто-нибудь запоет вот это Ваня, Ваня, весь зал пока поет, а киномеханик там ковыряется. Вот пришел 34-й год, вот Киров шел как раз снимать эту карточную систему. В 1934 году, в конце, в декабре, и вот его тогда убили. Кирова очень любили. Все плакали даже, я помню, я в том числе плакал. Это был такой, как шапку снимет, как начнет говорить, вообще просто слова лепил, такие, ну, пролетарские. Действительно, это был человек. Самый настоящий трибун, народный трибун был. Ну вот как там объясняют, я уже не знаю, кто его стрельнул, как, что, какая там, какие были эти организации. Ну, в общем, город очень переживал тогда, и я в том числе.
да притом и красивою была, а вышла бы замуж за цыгана и была счастливая. Эх, красота, эх, красота, эх, красота, эх, красота, эх, красота, эх, красота, эх, красота. Сначала хотел вертолет делать. Все, достал одну книжку. А потом в 64-м году вдруг в журнале вот этот моделист-конструктор, я читаю, в Сибири там где-то сделали самолет. Такой типа кукурузничка маленького, значит, двигатель тоже самодельный сделали от двух тракторных пускачей. И, в общем, летали, и никто ничего, значит, мне эти все друзья. Он говорит, слушай, вон, говорит, приносит мне книжку, давай, говорит, чего ты это делаешь, мол, ты летчик там, все умеешь, знаешь. Ну, я думаю, где-нибудь в деревне так построю, и кругом деревни полетаю. Делал. И я как-то так вот поддался, думаю, давай, попробуй, буду. Вот так делали, сверлили. Потом тоже были неудачи, то мотор слабоват, то меняли, то делали. А мотор опять все самодельный, все с хламья, все. Если бы был хороший стационарный мотор такой, да, то все сами делали, понимаете, сразу хлам. Все на фронт было под воскресенье. Я пошел к этому командиру гарнизона, говорю, товарищ командир, разрешите нам уволиться. Люди едут на фронт, может, последний раз. Я сам был молодой тоже. Иду, думаю, действительно, чего я в час буду докладывать, товарищ полковник, мы погуляли там, потанцевали, пришли. Думаю, да утром доложишь, да и все. Ну, я тоже поддался и пошел. И пришли утром, а это уже утром. Все, не выполнил приказ командира гарнизона в военное время. И самовольная точка свыше двух часов. И вот быстро, раз, два, прокурор, военный, все. Вот, говорит, пришли бы вы 13. И сказал, 13 человек пришли, товарищ полковник, там, или товарищ генерал. А эти я не знаю где, напились или в комендатуре, и все, говорит, и вы бы были в стороне. Или один бы даже, говорит, пусть, это тебя не интересует. Ты бы один пришел, доложил, товарищ командир, я явился. А 20 человек не знаю где, не подчинились, и все. У нас разговор с ним был, вот весь разговор. Сажает. В тюряху, все снимают, и в тюряху. Я думаю, ну, и да, и приговаривают меня к расстрелу по двум статьям, два раза расстрелять, как бы. По двум приказам я подлежу расстрелу. Приговор принесен. Я не знал, что с орденами не расстреливают. Я сижу день, сутки, двое на голодном пайке, на таком, что просто можно там и так умереть. Потом, значит, приходит, открывает двери, ну, думаю, на расстрел. Уже все передумал, все вспомнил. Вот, ну, думаю, слава богу, хоть мучение кончится. Ну, в общем, я попадаю в штрафную роту, этих расстреливают, троих, и я становлюсь рядом. Но мне в последний момент этот говорит, когда, оказывается, из-за меня их не расстреливали. Потому что, прежде чем меня расстреливать, у меня были эти боевые ордена. А нужно снять президиум Верховного Совета. Сначала с меня их разжаловали. Меня разжаловали, сняли ордена, а расстрел отменили. И меня везут в штрафную роту. Я воевал в ночном полку. И потом вот и конец войны кончал на штурмовике. Очень много погибло. Полетим шестеркой, я один прилечу. Полетим шестеркой, я один прилечу. Третий раз полетел, значит, шестерку повел, а у меня винт улетел в сторону. Винт, вот этот пропеллер-то. О, оборвался, коленчатый вал, и я с бомбами, значит, садился. И, в общем, я сломал спину, самолет там развалился весь, но приземлился так удачно, что, ну, я повредил позвоночник. У меня было... сдвинут или сломан позвоночник. Я через 8 месяцев пришел в себя в этом авиационном окружном госпитале.
Так под вечер было солнышко, так я просыпаюсь, вот так открываю глаза. Вдруг сидит у меня девушка в ногах, симпатичная такая девушка. Она говорит: Иван Алексеевич, как вы себя чувствуете? Я говорю: хорошо. Потом вот так руками подлез под одеялом, думаю, может, у меня там нету ног. Так щупаю, гляжу, есть ноги у меня. Ну, я на костылях там вышел. Вот эта сестра, гляжу, вышивается. Я говорю: слушай, не будет у тебя тоже, принеси мне пяльцы. Вот она мне принесла, потом глядит, я за ночь, буквально за ночь, у меня такая работа вышита там в три нитки, будь здоров. Целый день занят был. Вот это, может, мне помогало. И я вот как-то чувствовал, что я нужен, понимаешь, что я могу. Вот это меня как бы лечило. Все соловьи в кабоне, вот когда весной, они отлюбят воду, там вода. И они вот тут в углу, это самое царство соловьев. Это все говорили, самое дорогое место в кабоне. Вот именно у меня пруд, все, видите, сами. Вы слушаете? Да, а как же? Ой, что вы. Ну и вот так я и попал в кабон, так и я остался, и ничего больше не хочу ни на что менять. Вон меня хозяйка зовет, там в Калининскую ей понравилось, а лучше этого места мне не найти, наверное. Ну, может, в Сибири, где я еще не бывал, я еще хотел туда съездить, посмотреть. Но тут-то я уже обосновался, подвал сделал, все.
бы я была цыганкой, да притом и красивою была, а вышла бы замуж за цыгана и была счастливая. Ах, косма, ах, косма.